Приветствую, друзья. Продолжаем играть или выживать в Икарусе. Так, что же нам нужно? Во-первых, посмотреть, что нам дали. Нам дали очки в просто таланты и очки в одиночное прохождение. Так, вы расходуете меньше кислорода, пищи и воды. Звучит отлично. Ускорение базового восстановления, увеличение веса, переносимого в снаряжение, что тоже немаловажно. Урон в ближнем бою, больше дерева за рубку. Так, а было ли здесь у нас что-нибудь? Угу. Больше ресурсов. Так, больше ресурсов от охоты. Еще больше ресурсов от охоты. Угу. Или базовое восстановление выносливости. Все такое прям нужно. Но вот сопротивление уязвимости, это тоже очень важно. Так, я помню, что когда-то были всякие бафы на жару. Расходы кислорода под водой. Угу. Такое все. Были, точно. Включение скрытности во время бурь. Стреляй, да-да-да. Убирайся. Нет, это все готовка фермерства. Небось этим. Я помню, были отдельные бафы, которые на жару делались, которые делались на холод. Вот они. И они у нас идут отсюда. То есть нам нужно качнуть эту ветку, потом прокачать эти, и только тогда у нас здесь появится. Понятно. Угу. Так, выносливость на прыжки. То есть мы постепенно пойдем туда. Или же жажда накапливается медленнее. Это нам не нужный скилл. Ну, как бы нам нужен вот этот. То есть нам нужно эту секцию открыть. Видите, тут есть. Нам нужно еще открыть один скилл. И тогда у нас откроется вот эта галочка. Так, голод накапливается медленнее. Что, в принципе, ну, с едой никогда не было проблем здесь. Лечение выносливости. Или употребление кислорода. А давайте просто крепкий исследователь. Вот, у нас открылись эти штуки. И мы, соответственно, сможем уйти. Но это достаточно сложно получить. Это самое последнее. Так, хорошо, в одиночку. В одиночку нам тогда... Что нам нужно, в принципе? Увеличение от огнестрельного. Стрелы, дополнительный урон. Что, в принципе, тоже важно. И скорость еще увеличивает. А, и шкала здоровья. Угу. Давай-ка ближний бой тогда прокачаем. И потом пойдем туда, вглубь. Сюда, вглубь. Так, что ж, задание. Так, стоять. Дерево технологии. У нас тоже 3 очка. Надо понять, что мы хотим. А что мы хотим? Лук мы изучили. Остальное нам на уровень надо. Тут вообще как бы много чего надо. Но много открывается с 15 уровня только. Можем ли мы камин открыть? Теоретически можем. Пень буржуйка, кулинарная станция. Стол для посола. М-м-м-м. Это да, где соль используется. Давайте это решим, так сказать, ингейм. Итак, мы открыли нашу чудесную ромашку с миссиями. Я не знаю, почему их называю ромашкой. Значит, но мы играем в соло. Посему, как бы сразу и на маленьком уровне, у нас 12 уровень всего лишь. Посему пробежки
И снежная буря у нас под большим вопросом, поскольку не хватает пока нам навыков. Нам нужно уметь делать броню, как бы, чтобы или от жары, или от холода защищаться. Ну, в общем, все сложно. Поэтому я предлагаю попробовать что-то, что мы не знаем. Точнее, я не знаю. Вот новое надгробие. Геологическая разведка. Welcome back. Yuneo's looking for detailed geodata from the surface. One area in particular has really got their attention. Альпийская долина. Не годится. Потому что там мороз. Так, выстрел в цель, тренировка. Ну, тут меньше опыта дают. Минус 75%. Пройдите тест с проходным баллом. Фиксированная плата, выбор плата 5 рубликов. А, кстати, 5 рубликов. У нас появились деньги, и нам нужно открывать. Так, исследуем. Отлично. Он особо ничем не отличается от нашего. Дальше нам нужно идти к моим баллонам и фляжкам. Исследуем. Так, ну и все. И все, фактически, да. Маяк вызвал диссонанс на тайм. Непонятно. Так, и тут тоже все. Нам ни на что не хватает, да? И на ножичек просто тоже не хватает. Ну да, будем копить дальше. Но мы хотя бы продвинулись куда-то. Сухой паёк с дебафом. А вот эти модули нам тоже. Модуль мирового босса. Ну вот это, кстати, этот модуль, он никогда не работал. В любом случае, давно. Ладно, возвращаемся в задание. Ну, давайте попробуем выстроить целую тренировку. Оператор создал испытательную площадку для подрядчиков для обучения и оттачивания своих навыков. Миссия: пройдите тест с проходным баллом. Условие: фиксированная плата, выбор оружия будет предоставлен только для целей тестирования. Биом лес. Сложность минимальная. Дебаф 75% на получение опыта. Гейзеры инертны, истина. Непонятно. На 2 часа миссия. А берем наш костюмчик. Полетели. Так, приземляемся. Как я понимаю, нам надо будет добраться до полигона. Утро, да, это утро. Доберитесь до полигона. Ага. Побежали. Да, это рассвет. Слава богу, не ночь. Передохни. Гейзер. Гейзер, кролик. Серна. Главное, чтобы волков не было. Волков. Так, бежим.
Да, так не близко. О, там что-то красное, ну-ка. Ух ты. Это типа цели, да? Мишени он есть. О, прикольно. Так, пройдите курс. Взаимодействуйте со статуей медведя, чтобы начать. Счет 0 из 180. Не обязательно оружие находится в ящиках. Не обязательно еда, вода, кислород находится в ящиках. Ага, предметы первые что-то там. Забираем. Да тут выбор прямо вау. Угу. Так, ага, это старт. То есть мне нужно дойти здесь. Да, можно, кстати, попрактиковаться. Так, хорошо. О, а тут, кстати, плохо. А волк. Ага, так далеко он даже не дотягивает. Понятно. Винтовка. Долгий у нее релоуд. Мне казалось, там был волк. Ага. То есть фактически по верхней части. Да. То есть нас интересует. Угу. Верхняя часть как-то мушки. Так, да. Я уже пробовал эту миссию. Так. Эй, не тупи. Так, идем дальше. Ах ты гад. Ладно, давай этих. Плохой был выстрел. Сорок пять из 180. Так, ясно, надо быстрее действовать. Угу. Если интересно, хоть какой-то спот, с которого можно сразу все. Блин, вот это надо все поудалять отсюда. Реально мешается. Чтобы было понятно, где кто есть. Так, 80 патронов. Угу. Поехали. Плохо. Ну беги же ты.
неплохо. Непонятно. Беги. Беги. О, побежал. Давай. Беги. Беги, беги, беги. Когда перезаряжается, не бежит. Блин, гад. Сколько? 165 практически. Может, пистолет ему быстрее будет. Так, но его надо бы выбросить. И здесь почистить. Сколько ни хрена не видно. Может, имеет смысл дальше там переключаться. Вот так. Отлично. Угу. Чуть виднее, на мой взгляд. Так, как тебя? Ага, вышвырнули, отлично. Так, забираем пистолет. Винтовочку выкидываем. Забираем винтовочку. Так, хорошо. Кушаем это, кушаем это, кушаем это. Все подряд кушаем. Зарядился. Угу, поехали. Что ты, блин, творишь, гад? Так. В смысле? Бежим. Винтовка. Отлично. Еще не погода. Мне самое то. Шестьдесят пять. А не, 150. Так, кто меня достал? И кто меня достал? Ой, тут плохая непогода будет. Так, надо подъесть, что они там нам дали.
Так, ну что, давай еще раз. Плохо. Так. Бежим. Бежим. Ну, бежим. 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 Ну, бежим. По 70 10 очков не хватило. Ай, так, ладно, дальше бежим сюда. Бежим туда. Угу, тут все плохо. Деревья начинают падать. Так, на меня, разумеется, все начинают падать деревья. Угу. Да, бесит, что он не бежит. Когда надо. О, все, предмет сломан. Выкидываем нафиг. И нас дамажат. И нас дамажат. Так. Давай забираем. Подъедим все. Выкинем за ненадобностью. Угу. Ну и давай уже заканчивайся. Так, еще раз пистолет. Если просто так, вообще не... А, посчитал. А вот так не считает. То есть вблизи еще... Хотя... Что-то он как-то багляет. Чего? Что это было? То есть тут уже надо прицелиться. Нет, стрель все равно... То есть, в принципе, можно вот так. Вот так, так. Я хочу тебя выкинуть и взять новый. То мы тебя подамажили. Все, прошел дождь, поехали. Раз. Ясно. Два. Ясно. Три. Четыре. Пять. Шесть. Не факт. Далеко не. Семь. Плохо.
Неплохо. 8. Бежим. Ну. Есть. Бежим. Бежим. Есть. О, блин. Есть. Еще и мишку завалили. Ну, так. То есть мы завалили, да, медведя. Неплохо. В предыдущей серии, когда у меня все оборвалось, как бы мне срочно нужно было убежать, меня как раз погрыз медведь именно здесь, на шутинг-рейнже. Но у меня не было стелс-модифайера, то есть я не прятался, ну не было времени, просто на меня вылетел. Я был с винтовкой. Вообще никак. Ты что, офигел? Я говорю, я не прятался. Так, еще раз прицеливаемся. Есть. Но это был не хедшот. Так, ну-ка. А если... Ага, тыковка не разрывается. Кто-то тут еще бродит. Ладно, пойдемте. Он бы была еще снайперка, и вот снайперка это самое то было бы в данной ситуации. Так, ну, меточку, спасибо. Исправился. Так, никого лишнего не видим. О, классно. Вот и как это понять. Все. Ну да, а и жирности тут, конечно. Давай-ка. Готов. Идем дальше. Вот это за чудо. В смысле? Тут шамо. Ты еще не начинай. На всякий случай. Да, сейчас начнете орать, то что я такой жестокий и так далее. Было бы хорошо нам восстановить чуть-чуть экспириенс на самом деле. Две ачивки прилетело. Ну хотя бы для чего-то эти пасты теперь пригодились. Поскольку у меня всегда к ним вопросы были. Что они такие, ну, не казались, что имеющие смысл для использования. То, что вот консюмил. О, все, предмет сломан, выкидываем. Берем винтовочку. Так, подожди. Где моя капсула?
красота. Ну, то есть, имеет смысл только из стелса это делать. Так, еще один. Сейчас детеныш заварим. И волчару тоже. Может, еще что будет? Так, где-то капсула тут. Ага, вижу капсулу. А живности не вижу. Отлично. Ну, еще кто-нибудь ползет? Нет? Если не поползет, тогда полетим обратно. Ну, значит, возвращаемся. Забираем все. Ничего нельзя вернуться. Мы эту миссию сделали. Как я понимаю, у нас еще откроются какие-то, типа, да, вот крафтовые мишени манекены. Получили турист 2, путник 2. А что еще получили? Больше ничего не получили. Отлично, так, сейчас посмотрим, как отмечено, отмечено ли. Помню, еще был какой-то глюк раньше у Карса, да, галочка есть, что не отмечалось. А почему-то у меня отмечено агросследование тоже, непонятно, как пройдено. Ну и дальше даже не знаю, блин, там холодно будет. Страть смерти истребления. Угу. Идти по следу хищника и устранить хищника. Ну, может быть. Он меня раздражает, когда он разговаривает, если честно. Нужно, короче, выследить и уничтожить. 125 монеток дают. Ну да, наверное, так и сделаем, попробуем. Вот, так что всем спасибо за просмотр. Оставляйте лайки, комментарии, ну и подписывайтесь.